Гидравлические испытания и последствия субботней бури с проливным дождем обсуждали на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону. Подробности в следующем сюжете. Бердские коммунальщики анонсировали ремонт магистральной теплосети в районе котельной Вега. Работы начнутся в среду, 13 июня, сообщила технический директор МУП КБУ Ирина Корнеевская на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону. Ориентировочный срок производства работ 2-3 недели. Стараемся быстрее, но потом... Это плановая работа. Это плановая работа. Это не плановая работа, она у нас вылезла аварийно. На нашу магистральную сеть был установлен рекламный щит. Ну и в ходе устранения аварийной ситуации было принято решение произвести замену этого участка. А в следующий понедельник начнутся гидравлические испытания в зоне котельной «Новая». Начали подготовку к новому отопительному сезону и бердские школы. Осуществляем промывку, и гидравлические испытания уже начали в образовательных учреждениях. В 5 организациях уже промыли, в 2 уже опрессовали. Управляющие компании отчитались о состоянии кровель после субботнего шторма с проливным дождем. По словам коммунальщиков, серьезных проблем ливень жилфонду не доставил. На очереди капитальные ремонты. Сейчас с администрацией и с фондом капремонта решаем вопрос по ускорению работ по проектированию по Островскому 57. Значит, то же самое по Кутузову 1. Там те дома, которые в этом году стоят в плане капремонта, но пока еще не расторгованы на проекты. А вот асфальт от ливневых вод пострадал. Как сообщил представитель управляющей компании «Жилкомсервис», в районе дома 130 по улице Красная Сибирь образовался провал. Директор управления ЖКХ Владимир Захаров заверил, что угрозы этот провал не представляет.